привет! Сегодня у нас обзор такого проекта, как Bags Bet. И давайте рассмотрим его поподробнее. Bags Bet – децентрализованный обмен. Bags представляет собой рыночную экосистему ставок и прогнозов на основе блокчейн, предназначенную для изменения будущего ставок. Скоро начнется пресейл. Можно зарегистрироваться, чтобы быть в курсе старта. Пресейл начнется в третьем квартале 2018 года. У команды уже есть MVP. И поехали. У проекта очень высокие рейтинги. На ICO Bench 4,5 из 5, на трек ICO 5 из 5 и так далее. В общем, везде очень высокие рейтинги. И едем дальше. Представляем BX. BX — это глобальная децентрализованная рыночная экосистема ставок и прогнозов сети, которая позволит пользователям делать ставки на любом рынке, создаваемом сообществом, используя токен BX. Благодаря смарт-контрактам и распределенной системе блокчейн, BX может вырезать посредника и дать своим пользователям полный контроль над своими средствами и совершать транзакции в любое время. BX стремится полностью изменить и переопределить традиционную ставку, предлагая своим пользователям уникальный опыт игры со ставками. Рынок стоимостью 60 миллиардов долларов должен быть изменен. Рынки. Наше видение заключается в создании экосистемы, которая полностью поддерживает каждый из следующих типов рынка, чтобы обеспечить поистине уникальный и привлекательный опыт для всех игроков. Рынки такие как спорт, прогнозирование и финансы. То есть BXBet — это не просто ставки на спорт, а также на финансовые события и любое другое прогнозирование. Ну, об этом поподробнее далее. Какие сейчас есть проблемы игорной индустрии? Первое – это нехватка доверия. Традиционным операторам ставок требуется высокая степень доверия, которая иногда используется букмекером в ущерб их пользователям. С другой стороны, эта ответственность приводит к высоким процессуальным и финансовым расходам для букмекеров. Отсутствие прозрачности. Процессы традиционных букмекеров остаются очень скрытыми, не давая понять, какая информация привела к определенным разногласиям. И сделать невозможным выяснить, справедливы ли шансы или слишком завышены в пользу букмекеров. Вмешательство провайдеров. В текущем спортивном пари игроки очень ограничены в своей свободе ставок. Букмекеры могут ограничивать игроков своим поведением и даже наказывать игроков, которые часто выигрывают, запрещая или ограничивая их. Высокая стоимость. Высокие затраты необходимы для безопасного и эффективного использования традиционного оператора ставок как для игроков, так и для компании. Эти затраты отражены в коэффициентах с высокой разницей и непосредственно начисляются игрокам. Решение. Как же они будут решать эти проблемы? Наш децентрализованный подход, основанный на блокчейн, устраняет нераспределенные процессы и позволяет игрокам пользоваться полной прозрачностью и полным контролем над своими ставками. Мы удаляем посредника и передаем управление обратно пользователю. BX нейтрализует все проблемы и недостатки на текущем рынке ставок, внедряя мощную распределенную экосистему, работающую на смарт-контрактах, что значительно снижает операционные издержки. То есть здесь мы можем уже увидеть, как это будет выглядеть приложение, и едем дальше. Как это работает? Экосистема. Обмен ставок. Обмен ставок BX формирует центр для своих пользователей, чтобы принимать или предлагать ставки на результаты рынков. Структура комиссии. BX создаст справедливую и прозрачную структуру вознаграждения, которая предназначена исключительно для поддержания функционирования экосистемы. Общая плата будет значительно ниже, чем в отраслевых стандартах. Смарт-контракты BX. Все транзакции ставок BX, а также выплаты будут безопасны, автономны и прозрачны, и работать на блокчейн с использованием смарт-контрактов. Владелец рынка. Стать букмекером никогда не было так просто. В экосистеме BX каждый пользователь может стать владельцем рынка и получить долю на рынке, которую они создали. Рынок ставок. BX предполагает два типа рынков в экосистеме. Частные и открытые рынки. Oracle. BX предоставит систему голосования по результатам BX в виде децентрализованной Oracle системы для надежного определения результатов ставок. I just wanna be the one you love.